первом отделении прозвучат два интересных концерта австрийского композитора. Виолончельный сыграет воспитанница Сочинского колледжа искусств Екатерина Христова. Ми-бемоль-мажор для трубы с оркестром исполнит музыкант из Туапсе Сергей Абраменко. Туапсинский музыкант играл концерты с Маяковским и Гамбургским симфоническими оркестрами. В Сочи выступает впервые. Мне предоставлена первый раз такая возможность выступить с Сочинским симфоническим оркестром. Хочу сказать, что это очень хороший, высокопрофессиональный коллектив, великолепный дирижер. Произведения Франца Йозефа Гайдна особенно ценят зарубежные слушатели. Гайден – один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Концерт для трубы с оркестром, состоящий из трех частей, был написан австрийским композитором в последние годы жизни. В мире это один из самых популярных, самых известных концертов для этого инструмента. Но в нашем городе он по каким-то причинам не звучал, поэтому небольшая премьера всех ожидает. Тембр этот яркий, тембр этот очень красочный. Он очень такой мощный. Несмотря на то, что эпоха композитора не предполагает таких насыщенных звучаний трубы, Гайден дал возможность этому инструменту стать мягким и лиричным. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.